Добрый день, друзья! Мы с вами поговорим о том, как наши инвестиционные решения могут быть связаны с нашими эмоциями. Мы не всегда ведем себя рационально. Нам свойственно, поддавшись чувствам, совершать поступки, которые мы не планировали. Например, можно купить дорогую, красивую, но совершенно бесполезную вещь. Или сыграть в лотерею в надежде выиграть ценный приз. Но в итоге мы не пользуемся красивой вещью, и ценный приз достается не нам. Это приводит к разочарованию. Подобные ситуации случаются и в мире инвестиций. Давайте подробно разберемся с ними. Представим, что вы потеряли 100 тысяч рублей. Каковы ваши чувства? Разочарование, злость, растерянность или даже шок? И вдруг вы выиграли те же 100 тысяч рублей. Каковы теперь ваши чувства? Скорее всего, облегчение и радость, ведь все наладилось. Но при этом ваш финансовый результат можно назвать нулевым. Теперь мы вздохнем, возьмем паузу и поменяем события местами. Вы удачно инвестировали и получили 100 тысяч рублей. Приятно, не правда ли? Затем события принимают негативный ход. Вы теряете эти 100 тысяч рублей. Немного неприятно, но в целом вы не сильно расстроены, так как в итоге ничего не потеряли. Давайте сравним наши эмоции. В последнем случае вы были рады полученной прибыли и наверняка не переживали потери, раз в сумме вы ничего не потеряли. А в первом случае вы сильно расстроились от потери 100 тысяч рублей, и ваш выигрыш тех же 100 тысяч смог лишь немного утешить вас. Кроме этого, потеряв деньги, вы могли бы еще сильнее поддаться эмоциям и, например, сделать еще большую ставку в надежде отыграть потери. Это естественно, так как человек гораздо сильнее переживает потери, чем равные по величине прибыли. Эмоциональные поступки невозможно полностью избежать, ведь мы люди и эмоции в нашей природе. Принимая во внимание свои эмоции, мы можем более эффективно управлять процессом принятия решений. А умение остановиться и подумать поможет нам не совершать серьезных ошибок.